Совсем скоро здесь пройдет квест по теме ЖКХ для учеников 4-й школы. Затем планируются встречи с врачами, лекции и творческие гостиные. Радостно, когда есть инициатива людей и есть тоже люди, которые хотят эту инициативу воплотить в жизнь. Вот как раз тот случай, когда объединились усилия и администрации, и депутатского корпуса, и общественной организации, и самих жителей. Плюс ко всему организации, которые в виде спонсорской благотворительной помощи помогали сделать этот центр. Здание, где разместился соседский центр, раньше принадлежало муниципалитету. Сейчас здесь заканчивают отделочные работы и собирают мебель. А через 2 недели в центре появится регулярный план мероприятий. И я думаю, что подобная площадка, скажем так, их новый дом. Здесь будут проходить и лекции, и встречи, и разного рода семинары, быть может, какие-то духовные вечера. В соседском центре Кстовский союз пенсионеров фактически обрел свой дом. До этого пожилые люди встречались в разных местах, а планов на свободное время у них много. На скандинавскую ходьбу у меня обучили ходить, принимали участие в спортивных соревнованиях, и в боулинг, и в теннис у нас принимают участие пенсионеры, еще старше меня даже. Соседский центр должен стать еще и информационным. Например, здесь можно будет обсудить свою инициативу по благоустройству своего двора, связаться с управляющей компанией и городской властью. Анна Селезнева, Андрей Растов, Связист ТВ. Специально для «Время новостей».